Все в порядке? Сейчас, включим, начнем. Время бежит по кругу, тикает. В общем-то, перерыв наш прошел, все освежились, попили, поели, делали, что хотели. И я хочу на эту сцену пригласить Елену Телешкину. Нет, она основана в 2011 году, Елена, собственно говоря. И суть названия группы состоит в том, что в группе как изначально, так и впоследствии работали и работают уникальные по своей сути люди, профессионалы своего дела. Каждый является ярким и уникальным представителем своей неповторимой творческой планеты. Вот. И сегодня группу с других планет представит Елена Телешкина.